Летний читальный зал Ставропольской библиотеки имени Лермонтова заработал в Центральном парке. Здесь представлена литература самых разных видов – и детская, и взрослая, и даже периодические издания. Подробности в видеосюжете «Победы-26». Совершенно замечательный совместный проект с главным парком культуры и отдыха города Ставрополя. Время работы – это каждый вторник и четверг с 10 до 13 часов, конечно, при условии хорошей погоды. Это не просто возможность познакомиться с какими-то книгами, полистать периодические издания из богатейшего фонда библиотеки, но и стать участниками разнообразных мероприятий. Наша летняя площадка интересна разным поколениям. Я сегодня могу познакомить всех желающих с одной из книг «Азбука блокадного Ленинграда». И несмотря на такое суровое название, она представляет интерес и для детей, и для родителей. Книга, которую я рекомендую прочитать всем детям, родителям, бабушкам и дедушкам, рассказывает о том, как в годы войны Ленинград справлялся с блокадой. Ее автор Евгений Лукин – гость Международного форума творческих союзов «Белая акация», который вот прошел в июне месяце, и это одна из подаренных книг. На таком замечательном мероприятии я узнала впервые. Отложить телефоны и обратиться к литературе – это очень важные акции в наши дни. Думаю, что буду регулярным гостем на этой площадке.